Германия и вы в одной, похоже на газету или книгу, это инвестиционный орган Абу-Даби. После этого издания, третье самое высокое здание в Абу-Даби, жилая башня Landmark называется, высота ее 324 метра. Одного и ухаживать они за одним, это за халифе, еще они слушают только президента. Здесь максимум, и мы с вами из автобуса выходим. Пожалуйста, ваши вещи, которые президента шейх халифа. Здесь их много, но это самый новый из них, открыли его. Часы они показывают на стенах, показывают они время молитвы. 5 молитв, там они показывают. Еще в главном зале есть...